Всем привет! Сегодня я буду готовить рыбный суп из минтая. Это очень вкусная, недорогая и полезная рыба. Кто не интересовался, обязательно поинтересуйтесь, насколько эта рыба полезна для нашего организма. При этом цена, вкус, все умеренно. Особенно если в АТБ купить по акции. Воду не кипятила еще. Буду отваривать рыбу с добавлением луковицы, лаврового листа и еще добавлю перчик горошком. После закипания соберу пенку и проварю рыбу 5-10 минут. Этого будет достаточно. Ну вот рыбка готова. Я ее буду вынимать из бульона. Выключаю и вынимаю рыбу. Выняла рыбу, пусть остывает. У меня здесь 2 филе минтая. Бульон накрою сейчас крышечкой и пусть настаивается. Пока остывает рыбка и настаивается бульон, в кастрюльке с толстым дном подогревается оливковое масло и кусочек сливочного. Мелко нарезала лучок и на мелкой терке натерла морковь. Лук и морковь пассируем. Именно не жарю, а до прозрачности лука на медленном огне тушится. Свежий помидор очистила от корочки. Не обдавала кипятком, и так хорошо очистился. Один небольшой помидорчик. Нарезала не очень мелко и буду тоже добавлять в кастрюльку, там, где тушатся лук и морковь. Вот до такого состояния стушила лучок с морковью и добавляю томат. Все вместе протушилось какую-то минутку. Теперь буду процеживать бульон. Добавила рыбный бульон. Ждем, пока закипит. Картофель натерла на крупной терке, сходила в огород за укропом. И немножечко, совсем немножко пшена. Кастрюлька у меня маленькая. Я не хочу, чтобы суп был густым. Поэтому совсем немножко добавлю пшена. Пшено перебрала и промыла. Закипел бульон, добавила картошку и пшено. И пусть поварится до готовности пшена и картофеля. Когда пшено и картофель уже готовы, добавляем рыбу и укроп. Рыбу я не измельчала вот такими крупными кусочками и буду добавлять в суп. Укроп мне больше всего нравится в рыбных супах, поэтому я его и добавляю. Суп закипит вместе с рыбой и можно будет выключать. А здесь я поджариваю сухарики. Пробуем на соль, если надо, подсаливаем и даем настояться минут 10 и можно подавать на стол. Вот такой легкий, полезный супчик получился и очень вкусный. С сухариками будет отлично. Всем приятного аппетита и тихой доброй ночи.